Всем привет! Сегодня буду рассказывать о бампере Depo. Бампер от компании Depo. Я давно искал вообще бампер на iPhone 6, потому что у меня были одни чехлы, такие, которые назад надеваются, и все. Они мне не нравились. И наконец-то я нашел чехол Depo. Он стоил 1300 где-то так вот, в такой диапазоне. Расскажу все плюсы, минусы о этом чехле. И поехали. Вот так вот выглядит мой iPhone 6 в этом бампере. Бампер, как я уже сказал, то что мне я этот бампер уже давно искал. Такие вот, сзади все открыто, и он, если он упадет на бок, то он упадет на вот эту вот часть. Да, чехол будет мятый, там еще чего-нибудь, ну и чего. Зато у меня будет целый у меня вот экран. Цел у меня будет, ну вот это вот. Просто когда падает iPhone 6 на землю, то у него бьется сразу же экран, потому что у него загнутый маленько. И вот, в чем плюс этого чехла для меня? Я успокоил свою душу, не знаю, я вот не любил вот это вот, где сзади все закрывается и все. Вот мне вот нравится черно-золотой, белый, черно-золотой. Хорошее сочетание, я надеюсь, мне это нравится. Как вам? Оценивайте, пишите комментарии, мне вот нравится. А вот тут написано так вот. Не знаю, к чему они это все пишут. Дресс-код Budepa. Вот так вот чехол выглядит. Да, смотрите, где-то он у меня уже маленько помят, потому что я в машине с ним езжу. Музыку включаю. Музыку тут буду слушать через вот огромный такие штекер. Через AUX или еще чего-нибудь. Они будут выпадать, вот это минус. Затяжка вот такая вот тут. Оп, сейчас покажу поближе. Вот такая застежка. Так вот, вырезы под антенки. Сеть, кстати, не пропадает вообще ни капли, ни Wi-Fi, как на iPhone 4 были, там были, да, пропадали. И у меня уже есть, вот видите, белые затертости. Вот они. Да, такие вот есть штуки. А без них никуда, как на iPhone 5. Черным. Вот такие вот есть штучки. Ну, в принципе, мне чехол нравится. Все открыто. Так, фокус, не убегай. Все открыто, все просторно. Телефон в руке лежит хорошо. Смотрится солидно. Спрашивают, что за чехол хороший, такой классный, где брал. Я говорю, там, где брал, там уже нету. Кнопки все нажимаются просторно. Мне вообще очень нравится. Тут вот кнопка громкости. Нажимается отлично, в руке лежит, а вот так вот лежит, сейчас настроим, телефон лежит в руке отлично, прям так солидно, не знаю, мне вот нравится, особенно вот этот уголок, вот этот вот, он прям такой классный, минус расскажу, это, да, он трется, он в кармане выпирает, то что он острый тут снизу. Еще минус, да, царапается задняя крышка, вот это вот все царапается, потому что, ну и кто носит там с ключами, кто машину там кинул, если что-то, там царапается. Минусы и минус вроде больше нету. Ну да, минус на холоде может вырубаться, потому что он мерзнет. Вот так вот. А так, если кому нравятся бампера, самый хороший бампер вот это вот. Выбирайте, ставьте, мне нравится. Можно, конечно, найти дешевле, но наподобие Depo на eBay там есть за 300 рублей, а на eBay Depo стоит 790. Я покупал за 1000 там еще с чем-то. Так что всем пишите, у кого какие чехлы. Всем спасибо, всем пока, ставьте лайк, до следующего видео, пока-пока.